Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы продолжаем нашу рубрику, где мы прячемся друг от друга различными блоками. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит данное видео. Поэтому влепили огромный палец вверх в наши видосики. Ребят, если мы набираем 15 тысяч лайков на вот этом видео, то сразу же выходит следующая серия пряток. Ты согласен, Веник? Да, я вообще с этим согласен, абсолютно. Вот именно, так погнали. Шо, мы построили опять по 3 карты друг для друга, правильно? Да. А, все верно, да. А, бери кирку, я могу идти подожди, прятаться. Подожди, ты же прячешься, да? Да, я прячусь. Ну хорошо, прячься, давай, я разрешаю. Так, хорошо. Я таймер не засек, ну так, хорошо, я примерно вычитаю. А ты засекай, давай, все, засекай. Эдисон, да. Моя первая карта, это пианино. Даже не пианино, это такой орган. Орган. Пианино. Много клавиши, понимаешь? Да, все прекрасно. Вот. Ты посмотри, что там можешь ставить, что не можешь ставить. У тебя осталось примерно 10 секунд. Это как-то все слишком простенькая карта. Вот прям чересчур простенькая. Думаешь? Да. Там вот прям хорошо. Такая, что это капут на самом деле. Ну там, в принципе, нормально. У тебя просто память хорошая, у меня память плохая на вот эти вот блоки всякие. Ну хорошо, в принципе, я уже все посмотрел, даже прятаться негде на самом деле. Я должен типа сейчас запоминать, да? Точно. Хорошо. Так, хорошо. Здесь 4, здесь 2. Ага. Ну, в принципе, я готова. Ты готова, да? Убивай меня. Убивай меня! Так, подожди. А что ты говорил там 4, там 2? Что-то я ничего не понял. Да не, ну давай все. Подожди, я еще не поставил. Вот если я, допустим, возьму и поставлю вот туда, то мне кажется. Давай побыстрее, а то я все забуду. Все, я телепортируюсь. Раз, два, три, погнали! Хорошо. Выга. Что же тут поменялось, ё-моё. Так, короче, начнем по порядку. Насчет рамочек, да? Да. Привет. Привет. Ага, да. Вот тут я еще проговаривал. 4 и 2. Вроде бы все так, как есть. А что 4 и 2? Объясни, а то я ничего не понимаю. Ну, типа, вот тут 4, типа, нету рамки, да? А тут 2 еще наверху. 4? Ну хорошо, допустим. Я ничего не понимаю, твои схемы не понимаю, хорошо. Так, хорошо, вот здесь я поставил блок, типа, знаешь, чтобы типа симметрично, вот я думал, чтобы ты сделал, да? Угу. Вот, тут его тоже нет, значит, ты тут не ставил. Ты сказал, у тебя хорошая память. Я сказал то, что на этой карте вообще негде прятаться. Я сказал, что у тебя хорошая память, а не у меня. Ну, то, что тут негде прятаться, я тебе сказал. Но я что-то да сделал. Я выключу, не переживайте, Евгений! Хорошо, да, подожди, да. А что такое? Ну, блин, я что-то не помню. Ну, да, предположу, что вот этот. Верно! Все верно, да! Евгений! Ура! Все верно! Ура! Да потому что у тебя тут прятаться негде! Ну, в смысле, тут где-то 6 мест, где можно. Ты запомнил 2-4, потом. Ну окей, хорошо. Изи, вот как-то. Тут еще, смотри, видишь, тут еще пимпочка такая. Ну, это просто запомни, сюда положил, как бы все тут. Ну есть, блин, сюда ну для тебя, для тебя это просто, для меня это сложно. Ну точнее, для меня это нормально. Это как раз самое идеальное, понимаешь? Это самое изи. Я был не уверен, когда ломал блок. Честно тебе признаюсь, был не уверен. Да, ну, так, хорошо, я готов идти на твою карту. Ты готова, да? Готова. Да. Выбирай карту, и вы можете идти. Добрый путь. Гамимоды, а что, мне нужно выбирать или я должен в первую идти? Ну да, лучше в первую, конечно, лучше в первую, чтобы не запутаться. Хорошо, то есть я тут буду прятаться. Ё-моё, это ты что тут? А что, как это? Что это за чоппер-лок? Это что? Это что? Что это? Я не понимаю! Это ты какие-то новые блоки тут поставил? Какой чоппер-лок? Чуть-чуть, я не станет меня. Какой чоппер-лок? Какой чоппер-лок? Ты о чем говоришь вообще? Сань, тут 2, тут 1, тут еще 2. А зачем ты запоминаешь, если ты прятаться будешь? Вот ты дурак, честное слово. Так, я тпшусь. А, уже, я еще не ладно, давай. Так, подожди, 2, 1, 2 круг, да, потом, да. Тут 1, 2, 1 не хватает, потом, да, я ничего не запомнил. Так, подожди, я поставлю, хорошо, я поставлю, да. Чтобы ты... Все, поставил, я иду! Не, я еще не поставил. Ну, хорошо. Все, теперь я поставил. Да, молодец. Да, все, я поставил. Давай! Ну, мне кажется, ты... А, подожди, что ты летаешь? Не летаю, ну да давай падай. Я летаю? Что я не летаю? Он приземляется на землю. Что я не летаю? Пас!
Да как-то слишком изи было. Слишком изи. Слушай, сегодня прям нормально. Сегодня прям тащим вдвоем тащим, понимаешь? Вдвоем. То есть теперь я иду прятаться на твою карту, да? Нет, сейчас я иду прятаться. Ой, ты идешь прятаться на твою карту. Да, я пошел. Ты засекай. Давай. Засекай. Да я не успеваю так быстро засекать, честно говоря. Мне что-то разблокировать телефон. Так, ты сразу не боб. Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Так, все, можешь, в принципе, ты поехать. Можешь ты поехать. Уже? Нифига себе. Так, хорошо. Так, 5 костров. А что за костры, я не понял? Это вообще, это новая версия Майнкрафта или это мод какой-то? Это новая версия Майнкрафта, это 1.15.2. Да. А что за слишком много листвы? Я так не запомню это. Тыры. Слишком много листвы, я не запомню такое. Ты попробуй запомнить, я не знаю. Это пипец как сложно. Да. Я не смогу все это запомнить. Мама, я не успел, Эдисон, это вообще невозможно. Да? Ты так думаешь? Слишком много листвы, слишком много листвы. А что поделать, Подожди, ты меня путаешь. У тебя же было 30 секунд, чтобы выбрать. Ну, можно сказать то, что да. Все, я телепортируюсь. Да, хорошо. Так, хорошо. Не, блин, да, это рили как-то сложно. Угу, хорошо. Я потом. Потом мы с тобой поговорим. Ой, я застряла. Да. Помоги. Это все печально. Хорошо. Давай. Хорошо. Ты главное, я тебе дам подсказку с самого начала. Чё? Всё не так сложно, как ты думаешь. В чём подвох? Я тебе заранее скажу, что у меня не настолько хорошая память, чтобы запомнить каждую эту любую листву. Я это учёл, как бы я тоже бы это никогда в жизни не запомнил. Давай с этого начнём. Ага. Так, подожди, мне это... То есть ты что-то тут какой-то изъян оставил на карте, да? Изъян. Можно так сказать, да. Изъян. Такой изъяныч, изъян. Подожди, я вот тут кое-что заметил. А можно я просто поставлю, чтобы посмотреть, сравнить их? Угу. Да, они разные. То есть, ты какой-то вот поставил... А может, ты вообще костер поставил? Я же не запоминал костры, кого-то не будет. Я просто увидел, что тут мало костров и много листвы. Это такая многоходовочка, понимаешь? Многоходовочка. А, то есть ты поставил костер? Да? Я не знаю. Почему ты меня спрашиваешь? Тут так и был костер, и тут было, я не помню сколько, ну вроде бы 5 было, или 4. Я не знаю. Подожди, или ты все-таки листву поставил вот эту, которая непонятная? Я вообще не представляю! Да, это сложно. А там наверху мне нельзя, да, туда залезть? Нет, наверх тебе вообще никак нельзя, и не нужно, и вообще не понадобится тебе, да, туда залезать, да. То есть это костер, тут что-то проблема в костре. Ты что-то он мудрит, ребята, я что-то мудрю. Так, ну подожди. Да. Ну вот этой листвы я не вижу. Или кто-то ты ее так запрятал хорошо? Та-та-та, я тут погреюсь. Опа. Как мне хорошо. Ты меня. У меня очень напрягает. Смотри, как я башку умею на 360, смотри, чекай. Видишь? По кругу сейчас тошнит начнет. Это очень интересно, но я что-то не могу понять. Ну, костров вроде столько, сколько и было. Костер. Ты только вдумайся в это слово. Телепортируйся ко мне. Ой, точнее, не меня телепортируй, наоборот. Вдумайся. Костер. Шесть букв. А каких... Уникальных, удивить, костер. Почему именно кас и почему именно тер? Почему не тер-кас, допустим? Кто вообще слово придумал? Почему костер? Это не ко мне вопросы. Что он несет? Помогите, я себя с психом снимаю, помогите. Выпустите меня отсюда. Я не знаю. Тер. Я реально не знаю. Тер. Ну, листвы я не вижу твоей вот этой вот забавной. Тер-кас. Давай сделаем тер-кас. Нет, давай сделаем костер. Не, ну костер, да, оно получше звучит на самом деле, чем теркас. Да пошел ты. Со своими вот этими вот самими вот этими. Костер! Да я не вижу, тут нет такой листвы! А ты знал, что по-украински будет костер? Не, огнево, не. Подожди, я даже не знаю. Огнево? Не, огнево это огнево, нет, что-то другое. Костер. Давай сделаем костер! Короче, ладно, я ломаю вот.
Ты что толкаешь? У меня кирка сломалась. Да? Ну, я потушил костер. Ты потушил костер, да, вот этот потушил костер. Да. Нет, Евгений, все было очень просто, вот тут. Как? Это вообще пипец сложно! В смысле сложно? Подожди, у тебя как бы незаметно это? Не-не-не, я не знаю. Ты понимаешь, в чем был подвох? Как бы я понимаю, если бы я поставил нормальную листву, и ты бы никогда в жизни бы не нашел вот эту листву. Но я специально поставил другую. Она выделяется. Я в первый раз пожалел, что я играю на фэнси. А, вот в чем дело! Ты понимаешь, я играю на фэнси, она как бы выделяется, я даже не знаю. Подожди. Не, ну на самом деле на фэнси тоже она выделяется, если присмотреться. Ну да, на фэнси не так на самом деле. Я просто забыл то, что ты играешь на фэнси. Ну ладно, хорошо. Мне понравилось. Вот в чем подвох был, вот в чем, понимаешь? Понятно, хорошо. Так, теперь ты идешь на. Я иду прятаться на свою карту. Да, на свою, да. 50 секунд прошло! Да! Так. У меня на самом деле такая же простая карта. Вот. Даже, наверное, еще проще, чем была. Да. Что-то прям совсем какая-то простая. Ну ладно. Простенькая. Да. Возможно, да, возможно. Ну хотя. Мне было бы тут сложно, но ты точно не. Давай, а костер у тебя есть костер там? Нет, костра у меня, к сожалению, нет, давай. Костер-то. Ох ты ж, ёхай, папа, ты что, издеваешься? О! Оп. Нет, как бы ты в геймоде у меня летал и смотрел, я ж не ищу, я ж смотрю. Да. Подожди, я ни хрена не запомнил. Так, ага. Офигеть. И вот это ты называешь простенькое. Да. Вот это простенькое. Я могу тпхаться, да? Да. Хорошо. Что за пауза такая была, не страшно. Так, что мы можем встать? Мы можем встать. Вопа-ёпа, вот это! И вот это. Так, ага, так, там у нас ничего не изменилось, там у нас там блок так и был, Стив так стоял, тут ничего не изменилось, тут у нас был такой квадратик, типа X на X играем крестики-нолики, я помню то, что тут не было, типа было квадратика, но тут ты такой умный, то, что ты тут квадратик не сделал так до конца и передвинул на один блок направо, значит вот тут. Алло. Привет. Алло. Прием! Отвечайте мне, ответьте, пожалуйста. Я угадал? У меня слов нет, честно. Я какие-то рассуждения. Квадратики. Квадратики. Значит, тут. Перфекционизм, понимаешь? Как ты это делаешь? Хорошо, ладно, ты, получается, сейчас идешь прятаться на мою карту, да? Ой, да. Да, я иду прятаться на твою карту, на вот эту, на вот сюда. Можно? Давай. Можно мне сюда? Давай, вали! УПРСТ, так. А ты давай расскажи, что... А, это, короче, у нас типа мини-хельмова пать. Вот, понял, что ты построил. Вот, мини-хельмова пать. Подожди, а что ты можешь ставить? Ага. Ну, это, на самом деле, посложнее чуть-чуть карт. Ну, хотя фиг его знает. Вот ты давай, ты оценивай, потому что у меня плохо с оценкой карт, для меня что-то сложно. Ну, я даже не знаю, куда тут спрятаться, на самом деле, подожди. Так, меня уже телепортируют через... где-то... все. Телепортируется. Так, хорошо, я посмотрю тогда. Подожди, нет, я как бы только тебя убил, подожди. Нет. Да куда ставить, куда что ставить? Все. Давай, так, все хорошо. Начнем наше приключение, начнем. Так. Хельмова пать, только задумайся в это слово, почему Хельмова? Ты меня заколебал. Почему? Не знаю, почему. Почему Хельмова? Ах ты ж говно, я понял, кажется. Что ты понял? Объясни, пожалуйста, почему Хельмова, объясни. Ты понял? Ты вот это понял? Хельмова. Да. Почему не Геннадьева, допустим, Хельмова?
ты большой молодец, но я с этой стороны поставил. Блин, я помню, как два! Это было настолько близко! Я понял, что что-то изменилось. Что-то изменилось, да. Но ты не с той стороны начал, а с другой. Что-то изменилось. Ты падла, конечно. Я падла? Почему это я падла? Я не падла. Так, хорошо, я пошел на мою карту. Так. Прячься на свою карту. Башка зачесалась, так. Подожди, нет, я иду прятаться на твою карту. Да? Телепортируйся обратно. Да, точно, ты идешь прятаться на мою карту. Так, вперед! Я ж ты меня что-то запутал на самом деле. Так, ёперный монатор, тебя будет тут ложе, наверное, да. Ну, зато счет будет равный. А где сундук? Где сундук? Если я проиграю. Если проиграю, счет будет равный. 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 Задумайся над этим словом, равный. А, так у тебя тут очень много всего стоит, чего, в принципе, ставить-то и нельзя. Да, поэтому не сложно. Та-та-та-та! Опа, кто у нас сейчас... А, не, я ты проходишь, да? Я должен... Кто у нас сейчас умрет, никто не умрет. Так, хорошо. Хорошо. Так, так, ёпереста. Так, подожди, подожди. То есть, если у нас вот, у нас один... Подожди, а что мы можем? Да, я посмотрю. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, тут у нас 2, тут у нас 2. С этой стороны у нас справа. Ага, тут ёп! 3, 3. Ага, 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 2. Ага, а... Собака. Так, подожди 2 секунды, Эдисон, я поставлю, хорошо? Хорошо. Что-то я как-то так вот все думал, куда поставить, и так как что-то я как-то и не придумал, куда поставить, потому что, ну, что-то вот так произошло. Так, все, хватит, я... Не-не-не-не-не-не-не! Все! Как бы все! Так, хорошо, хорошо, я выключаю геймод. Таймсет 0, да? Да. Что у нас там было? Ага, ага, ага. Так... Так. Так, ну давай, давай твои опять самые гениальные рассуждения. Гениальные рассуждения. Так Хельмова пать-то почему на Хельмова? Почему на Геннадьева? Это я так и не понял. Нет, рассуждения, да? Короче, я запомнил. У меня на карте можно прятать или... что там? Стол, да? Или стол, или стулья, да? У меня было 7 стульев, значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все нормально. Если у меня тут все по перфекционизму, по фэншую, у меня тут стоит радио, стоит телевизор, стоит... Что? Тарелка. Все верно, значит, все нормально. Потом, если у меня тут 3 стола, не толкайся, 3 стола и... По фэншую также 3 табуретки врать, значит все нормально. Тут у меня была дырочка за столом, дырочка так и осталась. То есть кресла не появились, не появились столы не появились. И все, что у нас остается, это тумбочки. Я помню то, что снизу было 2 тумбочки, а сверху было пропорционально с двух сторон по 3 тумбочки, но слева не хватало одной тумбочки, потому что там вытяжка. Но с какой-то мамкиной мамы тут появилась еще одна тумбочка. Кто его знает откуда? Браво! 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 Мама мия помпалалия! Мама мия! Ой, маха, Омагат, омагат! Сложно, все сложно, я понимаю. В этой жизни. Я тебе хочу сказать такую вещь, да. Что ты мистер, который псих. Лечиться надо. Я предлагаю. Это мое место. Это мое место. Это место мое. Организовано. Это мое место. Записываться на мастер-классы к Эдисону. Он вас сведет с ума своей Хельмовой Геннадьевой панью. Его пать научит вас быть нормально. Костер! Понимаешь? Почему костер? Костер. Потому что костеркар. Спорткар, хорошо. В общем. Короче, я не знаю, что делать. Я предлагаю в первую очередь и в последнюю очередь конец. Нет, в последнюю очередь пока нет. В первую очередь. В первую очередь ставить лайкусики на оба наших видоса. И на мой, и на Жекин. 15 тысяч лайков в сумме 30 получается. И выходит новая серия, прям обещаю. Да, в принципе, все логично, компаньон. Я еще думаю, чтобы точное математическое уравнение получилось, нужно обязательно подписаться на наши инстаграмы и на наши каналы, естественно. Вот, тогда будет все просто по фэншую. По фэншую все вы. В общем, по фэншую мы вам говорим огромное спасибо. Всем удачи и всем до свидания. До свидания.